В рамках ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна» Брейн-клуб Казанского федерального университета организовал турнир. В игре «Что, где, когда» приняли участие студенты разных институтов и курсов. Команды должны были отвечать на один и тот же вопрос, который задают ведущие, и написать ответ на специальном бланке. У участников была всего лишь одна минута, чтобы подумать над ответом и успеть его написать. Три тура по 12 вопросов. Определенной темы нет, вопросы все на разные темы. Соответственно, вопросы на логику, эрудицию, немножко на знания. То есть, но в целом участвуют команды и новичков, и опытных игроков. Кто-то участвует в каждом конкурсе «Интеллектуальной весны». Их уже прошло два, впереди еще два. То есть сегодня третий день фестиваля. Сегодня за звание «Лучший знаток» боролась 31 команда. Кто-то пришел соревноваться сегодня в первый раз, но также были и студенты, которые не раз выигрывали в интеллектуальной битве. Если я не ошибаюсь, есть ряд прям сильных конкурентов, но я думаю, мы попробуем. В любом случае, это какой-то опыт, победа. Победа здесь не главное, я думаю, главное участие. Участники соревнования долго готовились к этой игре. Кто-то собирался в компании друзей и проводил мозговой штурм, а кто-то пересматривал «Что, где, когда» и запоминал ответы на вопросы. Учитывая, что в рамках этой игры проходит достаточно, игра охватывает достаточно много сфер жизнедеятельности человека и, в принципе, много сфер обучения и образованности, мы готовились, наверное, несколько недель, но главным фрагментом подготовки является опыт, как ни крути. Мы достаточно часто играем «Что, где, когда» с друзьями, ну и участвуем в играх в университете. Победители будут объявлены на церемонии награждения по итогам мероприятий фестиваля в мае. Ангелина Трынина, Александр Кузнецов, Универньюз.